Ямы на дорогах после зимы – головная боль всех автомобилистов. Дорожные службы Ленинского городского округа стараются оперативно решать эту проблему. После того, как выявляются самые горячие точки на карте муниципалитета, на место выезжают сотрудники дорсервиса. На участок от Каширского шоссе до деревни Калиновка жители уже давно обращали внимание в социальных сетях. Большое количество разрушений, плюс интенсивность движения по ней происходит в чистый пик. Очень большой это заезд и выезд из города. Вот. Плюс входит общественный транспорт. Капитальный ремонт этой дороги проводился в 2015 году. В настоящий момент здесь идут работы по ямочному ремонту с помощью технологии укладки горячего асфальта. Вначале мы подготавливаем для ямки выбоины. Я их называю картами. Прямоугольные, 90 градусов, как бы, да. Все выметаем, проливаем эмульсии и потом укладываем асфальт. И после этого закатываем. В данное время у нас либо плита. Рабочим предстоит уложить около 300 квадратных метров асфальта. На объекте трудится 5 человек. Все работы планируется завершить до конца недели. Также параллельно бригады дорсервиса обслуживают другие территории округа. Булатниково, Спасский проезд, Коробов дорог, который ведет, да, Южный дворик. Очень такие, да, самые такие, как сказать, да, больное место. В первую очередь дорожники обратят внимание на дороги с самым интенсивным движением. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.